Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел прием граждан в приемной президента России в регионе. Руководитель республики пообщался с заявителями из Прикубанского, Хабецкого и Зеленчукского районов. Люди обратились с просьбами о строительстве новых социальных объектов и о ремонте дорожного полотна. По итогам приема граждан глава Карачаева-Черкесии принял ряд решений. Так, до 1 октября 2024 года в селе Привольное будет построена новая спортивная площадка. Она будет состоять из зоны для игровых видов спорта, зоны с уличными тренажерами, предусмотрено специальное ограждение и освещение. Поручил дополнительно выполнить благоустройство территории рядом с площадкой и установить тротуары. Также дал поручение Минстрою и Минкульту республики внести предложение по строительству Дома культуры в Привольном. Также до конца текущего года будет отремонтирована улица Кабардинская в ауле Беслиней. А в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется по поручению президента России, в 2024 году будет благоустроена общественная территория в центре станицы Зеленчукская перед Домом культуры, где сейчас завершается ремонт. Все решения Рашид Тимрезов поручил взять на контроль профильным министрам.